Здравствуйте, дорогие друзья! С вами на связи Клавдия Корнева. И сегодня приготовим пончики. Пончики из простого теста. Вот у меня 200 грамм воды. Кто, конечно, желает, чтобы пожирнее было, можете ложить и молоко покласть. Но я на самой воде, они и так в жиру будут жариться. Так, смотрите, ложка сахара, немножечко соли. И 20 грамм дрожжей ставлю в теплое место, чтобы дрожжи распустились. И вот дрожжи у меня уже распустились. Я добавила еще 200 грамм теплой воды. Взяла 450 грамм муки, просеяла. И сейчас хочу замесить такое тесто для пончиков. Без яиц. На пончики они не нужны. Это только на сдобу, на выпечку, там яйца, молоко. А здесь будет и так все в жире выпекаться, так что лишние нам жиры не нужны. Ну, такое тесто замешиваем. И ставим в теплое место, пусть у нас подойдет. Хорошо. Подготовим творог для наших пончиков. Вот я взяла творог, сюда бросила 2 желтка и 1,5, наверное, ложки, вот так вот достаточно сахара. И я перемешаю все это хорошо, это будет наша начинка для пончиков. И вот наше тесточко подошло. Я стол помазала маслом растительным. Тесто сюда высыпаю. И сейчас поделим наше тесточко для наших пончиков. Вот так. Далее что мы делаем? Будем класть на середину творог. Вот так. И защипывать. Вот так защипывать будем наш пончик. Забросили наши пончики уже в масло. И когда обжарились наши пончики с обеих сторон, мы просто их достаем. И вот такая гора пончиков у меня получилась. И сейчас мы немножко посыпем сахарной пудрой. И вот наши пончики на тарелочке, и подадим мы их со сгущенным молочком. Приятного аппетита и удачи вам!